Олимпиада прошла, а энтузиазм остался. Курские студенты устроили флешмоб в поддержку спортивного образа жизни. Давай, Россия! Давай, давай! Давай, красиво! Давай, давай! Песня, отличное настроение и желание всех убедить. Спортивные успехи и здоровый образ жизни могут сплотить не только студенческую среду, но и всю страну. Я пришел в первую очередь для того, чтобы поддержать наших паралимпийцев. Конечно, они вряд ли увидят то, что у нас здесь происходило. Но, тем не менее, вот это чувство причастности к большому общему делу, оно движет меня принять участие в этом мероприятии. Я сама занимаюсь спортом и сподвигаю к этому молодежь, потому что все-таки лучше пробежать лишний километр, чем просидеть где-то с бутылкой пива, как многие сейчас делают. И кто-то уже задумается, а стоит ли ему продолжать вести нездоровый образ жизни. Хороводы в виде олимпийских колец и зажигательные танцы. На подготовку флешмоба ушло всего пару дней. На репетиции и вовсе считанные минуты. А вот позитивных впечатлений хватит надолго.